сьогодні ми говоримо з нашою наступною гостею Мариною Терещенко про те, на яку виставу варто у Запоріжжі відправлятися вже найближчим часом. Доброго ранку, Марина. Доброго утра. Отже, ми з тобою сьогодні говоримо про мистецтво, зокрема про мистецтво театральне. Я знаю, що скоро до нас прийдуть дві талановиті дівчини із Дніпропетровська. Думаю, ти про них розкажеш краще. Да, это у нас будет такой музыкальный литературный перформанс. Это правильно названо, это не типичный литературный вечер, это театрализованное представление. Приезжают две чудесные талантливые девушки из города Днепропетровск. Светлана Татараненко, это вокалистка группы «Созвездие волос Вероники». И также... Это Днепропетровская группа. Да, это Днепропетровская группа. Uh-huh. И также поэтесса Юлия Гридасова. Что первое, что вторая, участницы всеобразных, разнообразных фестивалей. Первая, ну, вокалистка Светлана, она участница международных вокальных и музыкальных конкурсов. Ну, а поэтесса Юлия, она участница именно литературных фестивалей Днепропетровска и Украина. Ну и также, так сказать, надежда, поэтическая надежда города Днепропетровска. Но учитывая, что есть поэтесса, есть певица, и все это назвали таким ёбким словом, как перформанс. Да. Перформанс будет состоять из чего? То есть это будут песни, это будут стихи, возможно, будут какие-то декорации. Как это все будет выглядеть? Ну и концептуально, что это будет? Будет ли интерактив со зрителями? Грубо говоря, это будет стихи под музыку, перетекающие в песню, и наоборот, песни, перетекающие в стихи. Оно будет все плавно течь на протяжении всего мероприятия. Девушки подготовили очень такую интересную программу. Будет все происходить в первую очередь на сцене, ну, как обычно мы привыкли, в полутемном зале. Вот. Но дальше все события будут перетекать в зал. Там будут происходить эмоции, чувства, поэзия и музыка. Ну, а дальше это все медленно и плавно вернется обратно на сцену. Я не буду рассказывать всех нюансов и деталей. Будет небольшая интрига. Будет интрига, конечно, да. Вот. Ну, из такого главного, что девушки в этот вечер будут делиться о своем, о сокровенном, о женском, о том, что внутри. То есть это девичник будет. Вот мы приоткрыли опять еще одну тайну. Ну, я як тобі сказати, щоб чоловікам краще жінок розуміти, я думаю, в принципі, також можна, не завадить. Можна затерятися серед зрителей і також поприсутствувати, посмотрити зі сторони. Ну, і скоріше. Можна ще зателефонувати нам у студії за номером 213-46-24, розказати про свої улюблені дитячі книжки, тому що, нагадаю, на сьогодні Міжнародний день дитячої книги, і за це отримати два квитки на цю виставу, на цей перформанс. І, власне, останні питання, які ми не з'ясували, тематично все ж таки, що це буде? Тематичні, ну... Чи об'єднані всі ці літератури? Турні та музичні перформанси якоюсь однією спільною темою. Одна тема – це откровення. Це откровення двох дівчинок о том, що у них внутрі. Для того, щоб більше і краще прочувствувати женственну натуру. Но относительно вот вопроса, что это девичник, нет, это абсолютно не девичник. Уже подобное мероприятие проходило в Днепропетровске, и судя по отзывам, это интересно не только девушкам и женщинам, а и мужчинам разных возрастных категорий, а также и детям. Поэтому всей семьей можно прийти 4 апреля в Запорожский областной центр молодежи. Да, находится на площади вечера. Фестивальной, как раз вот площадь фестиваля, мы спускаемся вниз к улице Правды, если не ошибаюсь, как раз находится там центр молодежи. Если вы еще ни разу не были в гостях, приходите, есть повод как раз посетить этот перформанс. Мы всегда рады культурному обмену между городами Украины, тем более с нашими самыми близкими соседями, это города Днепропетровска. Откуда вы узнали именно о этих девушках и почему был выбран именно этот спектакль? Они хотели приехать еще как группа «Созвездие волос Вероники», но... Как музыканты. Как музыканты, да. Но, к сожалению, там у нас немножко по техническим обстоятельствам не получилось. И вот мы решили, раз не получилось так, а давайте-ка приедем с красивым да, и трогательным спектаклем. Тем более, что они еще не приезжали с ним к нам. Вот, и впервые в Запорожье они приедут 4 апреля к нам. Марина, а вот кроме того, что 4 апреля будет перформанс, мы уже как бы теплое время года, все будем стараться куда-то выбираться, ходить на мероприятия. Чего ожидать в ближайшее время от Центра молодежи и студентов? Какие-то мероприятия уже запланированы вами? А Центр молодежи, ну разве что у нас все, запорожский хит наш, он уже стартовал, мы уже отобрали участников, и 22
апреля в ДК Кирова состоится церемония награждения. Также сейчас на постоянной основе центра проходит конкурс социальных роликов. Ну и также у нас состоится в эту субботу брейн-ринг для студентов из колледжей. На самом деле очень много мероприятий, за ними всеми можно следить в группе Запорожский областной центр молодежи, да, или нам звонить по телефонам и узнавать. У нас всегда найдется что-то интересное. Ну а мы завжди будемо тримати вас у курсі всіх цікавих подій, які взагалі відбуваються у Запоріжжі. Нагадаю, що у нас є два квитки на виставу на цю суботу, це 4 квітня, 8 вечора. Які саме откровення привезуть нам дівчата із Дніпропетровська, зможете дізнатися на власному досвіді. Телефонуйте за номером 213-46-24 і спробуйте забрати в нас ці квитки. Ну а зараз хочу нагадати, що до нас завітала сьогодні Марина Терещенко, яка сьогодні представляє творче об'єднання «Антрісоль», так, і яка сьогодні, власне, запрошувала всіх вас на цей захід. Не перемикайтеся в жодному разі. Після невеличкої паузи ми продовжимо та познайомимо вас із нашими наступними гостями.